Привет, друзья, вы на канале Bob GTX, и сегодня, ребята, я вам покажу маленький обзорчик на вот этот супер крутой новый Нарумаки, Руби Нарумаки, который выбил мой подписчик. Ребят, я еще вообще не крутил спины, еще времени не было. Вот такой дает он бариончик. Он очень похож на барион, который там есть у нас. Так, переходим на вторую стадию еще раз. Он очень, ребята, похож на тот бариончик, который нам показали в Боруто. Плюс дам все новые кодики, которые вышли в этом обновлении. Плюс еще кодик на 5к релкоинов, кроме тех 30к релкоинов. Если вам интересно, обязательно досмотрите видосик до конца, прожмите лайк и напишите ваше мнение по поводу этого блудлайна. Ну а мы погнали! Итак, ребята, новый лимитированный Bloodline, это Нарумаки, Руби Нарумаки. Он у нас есть на временной основе, то есть мы сможем его купить когда-то в магазине за релкоины или за робаксы. Выбить мы его сможем. Также все эти скиллы такие же, как и на обычном Нарумаки. Также на обычные Нарумаки вы можете прокачать на 1500 левел, и у вас будет барьончик. Я скоро прокачаю и покажу вам еще, может быть, и тот, а может быть, вы сами уже прокачаете. Костюмчик мода, ребят, офигенный, все то же самое, только другим цветом, как вы заметили, наверное. Скиллы, сейчас вам тоже все покажу, все есть, все работает. Итак, скиллы. Скиллы, ребят, одни и те же, как и на обычном Нарумаке. Если вы видели обзор Нарумаки, то тут то же самое. Ничего не поменялось, только цвет, и сейчас у нас немного другие эффекты, чтобы мы все видели. На этом не буду заострять внимание, нам интересно вот это, ребят. Костюмчик первый, конечно, все тоже видели, я думаю, но может быть кто-то и не видел. Так, на Кьюху у нас ничего нет на первой стадии. На блок С у нас, ребята, такой же, да, или нет? Нет, тоже зверя покрасили. Отличненько. Зверь тоже есть, его покрасили, но, к сожалению, на второй стадии, давайте вот вторую врубаю. У нас есть откат, ну он, это пофиг этот откат, смотрите, 56-55 секунд, вы опять С2 нажимаете, не надо ничего откатывать, опять на этот мод нажимаете, опять он 56-57, и опять С2, то есть он бесконечный, ребят, этот откат, или это баг, или я не знаю, походу это баг, потому что, ну, невозможно будет снять этот костюмчик, потому что просто С2, не надо никуда возвращаться, я видел там люди пока, что надо возвращаться куда-то, никуда не надо возвращаться, просто С2, 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 то есть и все, у вас бесконечный костюмчик, вот такой баг небольшой есть в этом моде бесконечного бариона. Что он нам дает? Так, у нас наешку, что тут у нас? Ух ты, наешку, ребята, наешку скилл офигенный, есть, на Кьюху. На Кьюху тоже скилл 57000 плюс-минус там что-то еще. Так, ну и что? И блок С самое интересное. Так, по 30000 раз 3-4 где-то выносит. Может быть даже 4, ребят, выносит. Это очень круто. Смотрите, время заканчивается. С2 нажали. Опять форма та же. Форма та же. И мы опять бегаем на бариончике. Кстати, этот бариончик, вы могли видеть, очень похож бариончик. Если вот так вот сделать, я сейчас найду такой же видосик, когда Наруто в Боруто показал новый вид бариона. Вот это похожая тема. К сожалению, он не выбрасывает зверя. А давайте попробуем нажать команду. Я не знаю, кто-то это делал или нет. Вроде бы правильно написал. Ну, конечно, я так и думал, что ничего не будет. Ну, хотелось бы, чтобы зверь выбежал и побежал. Но разрабы и показывали, что ничего такого нет и зверя нет. К сожалению, конечно же, было бы интересно, если бы он выпускал еще и зверя. Но статы, ребят, заоблачные. ХПшки плюс 4000, это 600 тысяч. Тай плюс 4000, это обычный удар. То есть подходим, ребят, валим стол. Блин, не видно. Не видно, сколько выносит. Но сейчас мы пойдем возьмем задание, и я его пройду там за несколько секунд.
Пока, ребят, бегу, вы видите на экране все-все кодики, которые сейчас существуют. Сначала не вводите все кодики. Я предупреждение вам даю, чтобы вы сразу по 500, по два раза не вводили. 500 ввели, проспинили, потом еще 500. Там будут, ребята, кодики на другие спины, на релкоины. Все вводим по порядку. Надо, чтобы у вас оставалось место для тех кодов, для тех спинов, которые там написаны. Нам еще дали утром кучу кодиков, так что все коды вот эти будут в описании. Так, ребята, я взял задание. Сейчас начнем. Сначала на Q нажмем, да, наверное, давайте. Размочили по 57 тысяч. Ну и что? Удары, я думаю, тут просто будут офиген. Да, по 57 тысяч выбило с одного удара. Блин, надо сваливать. И Е, ребят. Можно, кстати, и Е еще валить. Так, ну мне хватило, ребят, мне хватило, чтобы убить этих челов буквально 2 скилла. Это на Q скилл, на 3 скилла. На Q скилл, на Е скилл и блок С. Ничего больше не использовал. И у меня вот такие вот результаты. Надеюсь, вам видосик зашел. Все кодики, ребята, будут в описании. А на сегодня все. Всем удачи, всем пока. Спасибо моему подписчику за то, что предоставил мне аккаунт с новым Bloodline. Плюс еще у него уже прокачан Барион.